Досыць часта маё права на збор і распаўсюд інфармацыі спрабуюць парушыць у судах. І часцей за ўсё гэта раённыя суды ў рэгіёнах, а ў Менску лідарамі па парушэннях для мяне асабіста сталі суд Першамайскага району і Фрунзенскага району горада Мінска. В судах горада Мінска был установлен порядок, который предусматривает пронос видеоаппаратуры только с разрешения, по-моему, председателя суда или помощника председателя суда. Это абсолютно недопустимо, потому что гласный судебный процесс, он предполагает его фиксацию, и когда на входе стоит милиционер, который, собственно, с теорией права, мягко говоря, скорее всего, не знаком, и он принимает решение, кому проходить, кому не проходить, или там секретарь судебного заседания может вводить такие ограничения. Это абсолютно недопустимо. По какой причине вы не пропускаете его с камерой? Потому что не положено. Это громадский суд? Видеоаппаратура. Сережка, пожалуйста, меня не снимайте. Я маю на это право. Это суд громадское. Здание суда снимать, пожалуйста, пройдите. Будинок суда – громадское место, у яким каждый человек имеет право снимать. Чему вы не пропускаете? Я вам объясню, пожалуйста, пройдите, я потом вам объясню. Подмажьте, калі ласка, чому вы не пропускаете его до меня на суд? Согласно своей инструкции, я не могу пропускать. Что? Согласовывали? Уберите, пожалуйста, видеокамеру. Не тычьте мне, пожалуйста. Вы... Лесо, вы мне мешаете работать, девушка. Я вам еще не раз говорю. Я говорю, вы мне мешаете. Отойдите, пожалуйста. Инструкция распространяется только на вас. На всем. Не. Есть Конституция, законы Республики Беларусь, каких мы можем слушать. Я хочу, чтобы этот человек прошел со мной. И хочу, чтобы вы подтолмачили, что за инструкция, не дая ему пройти. По которой я работаю и которой вы приходите в суд. Вы же показывали свои документы. Да. Просто все должны поддерживаться одной инструкции. Правильно? Инструкции вашей працы. Откуда мы ведаем вашу инструкцию? Я же вам сказал, что не положено проходить с видео-аудиоаппаратурой. Без разрешения. И кто повинен дозволить? Председатель суда или мой начальник Мацкевич. Мацкевич Юрий Николаевич, пожалуйста. Все, а кто створал эту инструкцию? Вот они и сделали эту инструкцию, подписали. Каб люди не могли доведаться, что отбывается в судах, так? Ну, почему нельзя доведаться? Вы же пришли. А чему не пропускают человека, который хочет это писать? Потому что у него аудио-видеоаппаратура. И что? Понимаете, нельзя с аудиоаппаратурой. Так бы прошел, и все, вопросов нет. Все, девушка, пожалуйста, пройдите. А можете представиться? Да. Прапорщик милиции Рожков Алексей Юрьевич. Покажите ваше посвящение. Уберите телефон, я покажу вам. Нет. Тогда я ничего показывать не буду, девушка, пройдите. Вот еще видите, за ним придет, без сумки пройдет. Ничего страшного. Все, пожалуйста. В коридоре суда снимать можно, и ограничений здесь на это никаких нет. Единственное, есть ограничение в процессуальном законодательстве, это съемка хода судебного заседания. Вот сам ход процесса снимать можно только с разрешения председательствующего по делу. Для этого по процессуальному законодательству суд должен выяснить позиции сторон, не возражают ли они, и потом принять уже решение разрешить фото и видеосъемку хода процесса или запретить. У любых таких вот будинках, как суды, у коридорах навод, может человек любой гражданин снимать. Тому, по-перше, вы можете разуметь, что это потребование незаконное, и снова-таки так то он с ними начинает разговаривать, сказать, что я все разумею, что у вас есть загад, но это инструкция, ну, намагаться больше некими юридичными, может быть, формулировками, так, калі вы валодаеце гэтай базай размаўляць з імі, магчыма атрымаецца, так? Ну, у любым выпадку, нават калі вам вельмі моцна трэба нешта зняць, то я не думаю, што варта ісці з любымі супрацоўнікамі дзяржаўных структур на канфлікт, бо ў выніку вы можаце не атрымаць ні матэрыяла і пазбавіць сябе фактычна волі. Можа быць на кароткі тэрмін, так, але у вас не будзе нічога. Ну, акрамя толькі розгаласа ў СМІ. Таму тут вы ўжо самі абіраеце, што для вас з'яўляецца прэферэнцыяй. Ну, на самом деле, права снімаць журналіст, безусловна, в здании суда имеет. Это общественное место и дополнительное ограничение в виде разрешения какого-то сотрудника в проносе оборудования, оно является нелегитимным. Поэтому такая проблема есть. И я думаю, что надо все-таки эту аппаратуру проносить и, ну, во-первых, вызывать такого сотрудника. Сначала, ну, если вырабатывать алгоритм, наверное, первым этапом лучше всегда занимать такую позицию, что у меня есть право, мне ваша инструкция не указ. Я имею право снимать в судах, она мне гарантирована Конституцией и процессуальным законодательством, поэтому это для вас инструкция, она на меня не распространяется. Причем
есть вероятность, что именно так и может оказаться, потому что из того, что я знаю, это был приказ председателя Минского городского суда, который, ну, для простого гражданина, мягко говоря, не может служить нормой права, которая ограничивала бы мои права. По простой логике, что это не является законом. Это внутренний правовой акт, который с точки зрения закона, как критерия ограничения прав и свобод, он не может быть применим. То есть председатель суда не может ограничить мои права, гарантированные мне Конституцией, своим приказом. Интересно, знает ли он об этом. И, соответственно, конечно, первично ставить свои права и пытаться пройти. И на самом деле у многих это получается. Если ситуация переходит в стадию применения уже насилия со стороны лиц, которые там препятствуют или не открывают эту вертушку, вызывать сотрудников в суде, который, по мнению этого человека, нажимающего кнопку на вертушке, приложение к бессмысленному абсолютно механизму, то пусть он вызывает такого человека и уже с ним вести беседы, добиваться, чтобы разрешили снимать.